Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Пиздец, я свечусь весь нахуй. Здорово, народ. Сейчас я камеру протру, чтобы с кайфом меня видно было. Здорово всем, всем приветик. Ребят, что-то на самом деле какой-то пиздец творится у нас. Потому что вот посмотрите на это. Какого хера на улице, блядь, декабрь? На улице, блядь, нету снега. На улице, сука, 7 градусов. На улице даже слякоти нет, просто лужи есть. Даже слякоти нет. Вы уверены, что это зима? Это больше как-то на весну смахивает, если честно. Вон, посмотрите. На улице солнце светит. Вы чё? Чё это такое? Мне кажется, у нас, блядь, сейчас смещение происходит вообще нихуевенькое. Потому что уже не первый год у нас к зиме, блядь, снега нету. Дай бог на Новый год выпадет в этот раз. Серьезно, мне так кажется. Это сугубо мое мнение. Но, ребят, ну, правда, вы заметили, что это уже... Что это уже который год происходит? То есть в прошлом году, блядь, снег выпал поздно там и долго держался, к примеру. То есть такое чувство, что снег сместился на месяц, то есть, блядь, раньше у нас снег вообще, у нас уже лед был, помню, уже, блядь, в ноябре. Да, в начале ноября, я помню, я ходил уже по льду, ну, когда маленький был, но я провалился тогда, правда, но лед уже был. Сейчас же, блядь, нихуя нету, сейчас лужи, блядь, на улице, даже не гололедец. Сейчас на машине можно ехать с летними шинами, понимаете? С летними, сука. Зимой. Это что-то пиздец. Кстати, я нашел одно клевое приложение. К слову, просто, ну, я не пиар. Так звучало, как будто я пропиарил. Называется Smart Driver. Там, когда едешь за рулем, отображается, где стоит патруль ДПС. Прикольно, да? Но там, короче, нужно покупать подписку на месяц, неделю или же год, вот. На неделю стоит 200 рублей, что ли, на месяц 1000 рублей, по-моему, так, и на год 2000 рублей. Ну, что тебе не нравится, тепло нормас. Ну, согласен, тепло нормас, я болею просто, у меня зачетная неделя началась, я заболел сегодня, пиздец. Я даже из этого вот колледж не поехал, чё уж там. Вот. Ух. Да. Капец. Но с другой стороны, это клёво, да, то, что тепло, блядь. С другой стороны, на улицу я даже не выйду сегодня. Просто, как бы, смотреть на это тепло изнутри, вот так вот, тоже как-то не по кайфу, вообще нет. Серьезно, блядь. Пуф, пуф, пруф. Делать вообще нихера. Просто делюсь своими делами. 16 чел — это популярность. Гош, почему с Зумиксом не общаешься? Да мы с ним не виделись просто давно. Общаюсь, почему нет, но изредка, знаете, так. Привет, пока. Хуёво болеть. Ненавижу болеть. Ненавижу дома с ним пиздец. Солнце светит, посмотрите. Вот, вот, солнце. А с Мувером что не общаешься? Да тоже давно не виделись, не общались. Он сейчас в МСК. Серьезно, Мувер в Москве? Я просто как-то с ним давно не общался в целом. Ладно, спасибо за информацию, буду знать. Борода. 200-281. Ладно, ребята, я погнал. Я поделился своим мнением тупо по поводу погоды и по своему состоянию.